Разве
во время разрыва. То есть вы посмотрели, увидели, развернулось сюда. То есть во время любого разворота меч на 2/3 уже вынут из ножен. Остается только то вести удар до логического завершения. Точно так же. Если вы не вынул, развернул, а потом начинает играть. Одновременно вынимание вещи. Пробуем. Разворот налево. То есть выполняет налево, налево, еще налево. Два раза налево, два раза направо. Еще приготовились. Налево. Шаг вперед, разворот через левое плечо. Вперед. Шаг левое. Подходит вперед, разворот через правое. Вперед. Следующий шаг. Мак. Разворот. Поворот влево. Все, что не горизонтально,
И не вертикально, это удар либо восходящий в перьяне, либо вниз, сверху вниз, который наносится к писанию. Поэтому здесь удар наносится фазы мат, пич, са, над головой, вертикально. То, что сейчас у многих происходит, выглядит таким образом. Слов нет. Вертикально. Над головой, по прямой линии. То же самое йогу вынул. Горизонтально вынул. Йод, пробуем еще. Йогу вынул. Разворачивай налево.
Good.
так у нас. Ты сам.
Thank you.